Сеньор! 100 раз подряд влюблялся я, и только в вас одну. Передо мной ваш гордый взгляд во сне и наяву. Ла-л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 а. Передо мной ваш гордый взгляд во сне и наяву. 100 раз мечтал увидеть вас в закатных красках дня, но звездный вечер каждый раз вас прятал от меня. Ла-л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 а. Но звездный вечер каждый раз вас прятал от меня. Сто раз бежать от вас хотел в любую из сторон. А вот в 101-й раз опять пришел я как. Первый раз опять пришел я под балкон. 100 раз готов навстречу вам любую даль пройти, и 100 самых нежных слов с моей мечтой сплести. Ла-л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 а. И 100 самых нежных слов с моей мечтой. Отец, молю вас! Это вы, сеньорита? Вы порочите мое имя! Прочь, бродяги! Прочь! Убирайтесь отсюда! Прочь! Любовь моя скромна!
А вы, сеньорита, идите к себе и думайте о сеньоре Мендосо, за которого я вас завтра же выдам замуж. И не перечьте мне, как я сказал, так и будет. А вот этого не будет. Завтра же вы будете женой Мендосо. Не буду никогда. Нет, будете. Никогда не буду. Будете женой Мендосо. Я не буду, я не буду. Я не хочу. Будете. Не буду. Нет, будете. Не буду. Будете женой Мендосо. Не буду, не буду. Нет, будете. Не буду. Леонора! Вот ваш будущий муж! Смотрите на него и влюбляйтесь! Не буду смотреть! Сегодня утром он будет в городе, а вечером вы станете его женой. Нет! Вы оскорбили меня! Унизили! Леонора! Что скажет отец? Что подумает мачеха? Вы последний разбойник! Леонора. Вот. Леонора. Для покоя вашей мачехи, вы завтра же отправитесь в деревню. Навсегда. Навсегда! Ах!
Значит, ты думаешь, нам это удастся, да? Нет никакого сомнения. Только нам надо спешить. А в остальном надо положиться на судьбу. Значит, побег. Другого выхода нет, поверьте, сеньорита. Я перебрала все варианты. Я согласна. Вот и хорошо. Только, сеньорита, обещайте мне уступить все права вот на этого красавчика, а? С преогромным удовольствием. Ах ты, Господи. Он богат? Намного богаче моего Антонио. Я удивляюсь, сеньор, как вы можете желать себе такого зятя? Сеньор, вы слишком любезны, что делитесь со мной вашим мнением. Он много старше сестры. А это неплохо. Не станет повторять ошибки молодости. К тому же он ростовщик и строит свое благополучие на несчастье других людей. А ты полагаешь, мой мальчик, что может составить все состояния, делая других счастливыми? Что еще можете добавить? Он всюду словет плутым и мошенником. И в то же время глупцом. Причем глупость его превышает хитрость настолько, что мне говорили, он сам всегда же оказывается в дурака. Что еще? Он обладает наихудшим из пороков, который может быть у супруга. Он мне не нравится. А в браке достаточно согласия одной из сторон. Взаимная любовь не требуется. Ты дорожишь покоем своего отца? Да. И я не хочу, чтобы он вечно мучился сознанием, что сделал несчастной свою единственную дочь. Отлично, сударыня. А теперь вы слушайте меня. Вы не переступите порог своей комнаты. Я закрою вас на ключ и оставлю у себя его в кармане. Отец. И хватит никаких возражений. Посмотрим, кто кого переупрямит. Ну, что будем делать? Что будем делать? Что будем делать? А мы начнем все сначала. А что, побег отменяется? Ни в коем случае. Только теперь мы... А что же мы теперь? А куда вы спрятали письмо, которое я вам передала от Антонио? Надо, чтобы это письмо непременно попало в руки вашего отца. За это письмо ваш батюшка непременно выгонит меня из дома. Угу. Что нам и надо? Простите, сеньор. Мне кажется, что следовало бы несколько иначе отнестись к чувствам моей сестры. Тем более, что Дон Антонио мой большой друг. Превосходная рекомендация. Жаль, что я недостаточно считался с ней. Хочу вам напомнить, что его род один из самых древних и уважаемых. Теперь родом интересуется разве только при покупке собаки или лошади. Он благороден и ничем не запятнал своей чести и достоинства. Благородство без состояния — это все равно, что золотые кружева на лохмотьях. Он беден. Отец. Прекратим эти разговоры. Что это? Интересно. Подлый Дуэнья, старый сегодня! Доротея! Доротея! Подлый Дуэнья! Доротея! Доротея! Я здесь, сеньор. Вот. Письмо, подлая сводня. Ой. Вы полностью изобличены. Хорошо, сеньор. Я не буду отпираться. Но я обожаю нежные страсти. И всегда буду покровительствовать влюбленным. В доме я тебе держал, как... огородные пугало, полагая, что твоя драконья внешность обратит в бегство праздных волокит, что в каждой твоей морщинке таится противоядие любовным серенадам.
Ах ты низкий, подлый, старый, глупый. Я считаю ниже своего достоинства говорить вам, кто вы такой. Вон из моего дома. Сеньор. Немедленно. Повинуюсь, сеньор. Но прежде я зайду к своей госпоже и попрощаюсь с ней. А заодно возьму свою мантилью и накидку. Только не забудьте закрыть лицо мантильи, а то вы переполошите весь город. Я несчастная. Все отлично, сеньорита. Меня выгнали, сеньорита. Ой, моя! Так, теперь быстро переодеваемся. Ой, сеньорита, а как вы разыщете сеньора Антонио? Ой, это очень просто. Только не надо никого разыскивать, не надо ни у кого ни о чем спрашивать. Вы можете этим разоблачить себя. А если обратиться за помощью к сеньорите Леоноре? Она ваша подруга, и она, конечно... Нет, нет, она излишне щепетильна. Я боюсь, она осудит меня. Главное, вам выбраться отсюда благополучно. Старайтесь держаться подальше от моего красавчика. Сеньорита. Сейчас я помогу. Вот так. Я верю в счастливый случай, который поможет мне. И я верю. Идите по боковой лестнице и не попадайтесь на глаза вашему батюшке. А ты, Лоретта, пойдешь к старому мосту через арку. Встретишь там свою госпожу. Ключ передашь дону Джерома. Ага. Старайтесь идти безлюдными улицами, спрячьтесь понадежнее и дайте о себе знать. А дальше? Дальше. Не надо торопить судьбу, Лоретта. Все ясно. На этот раз, дон Джерома, вы остались в дураках. Теперь моя очередь исполнить роль. А ты, мой красавчик, ты непременно попадешь в ловушки, которые я расставила для тебя. Ступай туда смело, ничего не бойся, тебе больно не будет. И учти мой мешочек с деньгами. Я хочу умереть знатной дамой. Сядете, сеньорита. Отдохнем, когда доберемся до тех развалин. Куда же вы теперь намерены идти, сеньорита? Куда угодно. Лишь бы только скрыться от ненавистной мачехи и преследований Фернандо. О, боже. Жил сеньор не старый, хотя уже не молодой. Любил он с грешною гитарой бродить под грешною луной. Трам-пам, тара-дара-дам, трам-пам-пам-пам-пам.
Трам-трам-трам-пам-пам-пам-пам-пам. А сколько лет сеньору было, пожалуй, сам сеньор не знал. И сколько дам его любили, уже давно не считал. Тарам-пам, тара-дара-дам, тарам-пам-пам-пам-пам. Тарам-трам-трам-пам-пам, дарам-пам-пам. Если вернуться в город и попросить вашу подругу Донну Инессу приютить вас? Нет. Ее понятия о долге дочери настолько строги, что она непременно выдаст меня. Поверьте, сеньорита, у нас нет другого выхода, как только вернуться в город и попросить помощи у Донны Леоноры. Нет, нет, нет. Она настолько рассудительна, что сочтет мой поступок крайне легкомысленным. Я не сомневаюсь, Карлос, что произведу на Донну Инессу ошеломляющее впечатление. А я удивляюсь. Как ты можешь рассчитывать на успех с такой сомнительной внешностью? Кстати, что тебе не нравится в моей внешности? Я нахожу, что у меня привлекательное и своеобразное лицо. Боюсь, что она слишком своеобразна. Ну, хотя бы твоя бородка. Нужно обладать дурным вкусом, чтобы не понравилась моя бородка. На женщину она производила ошеломляющее впечатление. Я вспоминаю, как я однажды... Да что вспоминать, Карлос? Я начинаю новую жизнь. Через 2 часа я буду в городе, а вечером стану мужем прелестной незнакомки по имени Инесса. Леонора. Инесса. Ты, наверное, удивишься. Я сбежала от отца. Да, я удивлена. Я бы даже, наверное, осудила тебя. Но я сама сбежала из дома. Что ты намерена делать? Куда дальше идти? Ну, конечно, искать того, кого люблю. Так же, как и ты. Я не хочу видеть твоего брата. Он оскорбил меня. Леонора, Фернандо не может оскорбить. Может. Я найду себе приют у настоятельницы монастыря Святой Каталины. Посмотри. Проехали мимо. Думаю, что тебе лучше отправиться со мной. Нет, прежде всего я должна разыскать Антонио. Мне нужно идти. Прощай, дорогая. Подвернулся счастливый случай, который поможет разыскать мне Антонио. Инесса! Инесса! Послушай. Послушай, если увидишь своего брата, то ни в коем случае не говори ему, что я буду скрываться у настоятельницы монастыря Святой Каталины
который находится на левой стороне площади. Напротив церкви Святого Франциска. Хорошо. Я обязательно укажу ему, где он не должен тебя искать. Прощай. Мендоса. Вы посланы мне небом. Я обязательно воспользуюсь этой встречей. Все соловьи ревниво пели, когда среди земных тревог в последний раз он на дуэли сломал дамасский свой клинок. Трам-пам, тара-дара-дам, трам-па-па-па-пам, тайра-да-тара-та-та-там, драм-дам-дам. При этом он всю жизнь боялся одну красотку, говорят, с которой нежно распрощался лет 25 тому назад. Трам-пам, тара-дара-дам, трам-па-па-па-пам, тара-да-тара-та-дам-дарам-дам-дам. С самых пор свободен был он, и сам себе сеньором был, и с прежним рвением и пылом себя с гитарой любил. Трам-пам, тара-дара-дам, трам-па-па-па-пам, тай-рай-рай-ра-ра-дарам-па-пам, дарам-бам-бам. Но встретил все ж в коварный вечер красотку тех былых времен, и после бурной этой встречи стал даже заикаться он. Трам-пам, тара-дара-дам, трам-па-па-па-пам, тай-ра-да-дара-дара-та-там, дарам-бам-бам. Все так же дни сеньора мчатся среди находок и потерь, но слишком трудно объясняться сеньору с дамами теперь. Трам-пам, тара-да-да-дам, тара-та-та-та-там, тай-ра-да-та-та-та-там, драм-дам-дам. Сеньор! Сеньорита, прежде всего я прошу оказать мне честь, сообщив ваше имя. Меня зовут Донна Леонора Альмансо. Я сбежала из дома, потому что люблю. Сеньорита. Скажу вам откровенно, ваше положение безнадежно. Не понимаю. Я же помолвлен с другой. О, это не важно. Синьорита, ну как же, мы с вами не сможем встречаться открыто. А что касается других возможностей, синьорита. Но, сеньор, я бежала не из-за вас. Моя любовь принадлежит Антонио Эрсильи. Кому? Антонио Эрсильи? Значит, вы не в меня влюблены? Ну, конечно, нет. Кобра. Змея. Ох ты. Так гнусно, со мной еще никто никогда не поступал. Мерзкая девчонка. Ах, немедленно все сообщить отцу. Немедленно. И это ваша порядочность?
Не упорствуй. Будет лучше, если ты выполнишь просьбу сеньориты. Карлос, никогда! Послушай, этот Антонио, имя тебе ничего не ничего. Говорит? Ничего. Так вот знай, он твой соперник. Ты помнишь? Нам говорили, что у твоей невесты, сеньориты Инессы, есть преданный вздыхатель. Что он ее преследует везде, по ночам распевает ей серенады, поджидает ее у церкви. Так вот это Антонио. Он нам опасен. Опасен? Опасен очень, очень. Но нам повезло. В него, как ты только что слышал, влюблена вот эта сеньорита. Ну и что? Мы помогаем этой девчонке, и она увлекает Антонио. Затягивает его к себе в сети, приковывает к себе, и тем самым расчищает тебе путь к твоей прекрасной Инессе. Иной. Значит, мы находим Антонио. А эта девчонка его мертвой хваткой. Правильно. Удивительно, как мне в голову приходят блестящие идеи. Сеньорита, вы меня растрогали. Я готов помочь вам. Вы благородный человек. Сеньорита, при чем тут это? Мой друг сейчас отвезет вас в укромное место. Да. Вы будете в полной безопасности. Потом он отправится на поиски вашего Антонио. И не успеет солнце спрятаться за горизонтом, как Антонио. И вы будете уметь. Я не знаю, но как благодарить вас? Не надо, я прошу вас. Я спешу к дону Джерому. Меня ждет невеста. А я почему-то... Кстати, сеньорита. Да. Вы знакомы с моей Инессой? Ну, я несколько раз видела ее. Говорит, она божественно красива. Вы меня извините, если я не разделю вашего мнения. Буквально все говорят об этом. И отец мне написал. Отец просто пристрастен к ней. Она же вам покажется почтенной Матроной. Вы, красивые девушки, никогда лестно друг о друге не говорите. Сеньорита. А вы красивая. Осторожно. Так, вот. Отойди, я сам, отойди. Держите. Отойди. Стой. Так, немножко. Ну, помогите, Карлос. Сеньорита, возвращайся домой и постарайся, чтобы тебя никто не заметил. Нет, сеньорита, я не могу. Обо мне не беспокойся. Иди, иди. Нога. Отойди. Хорошо. Мое поселись, сеньорита. Вперед. Рысью, рысью. Бедный дом Педро удрала, сбежал от отца. Она теперь умоляет меня свести с ее с Антонио. И я клянусь вам, я это сделаю, чтобы убрать соперника с дороги. Превосходно! Я сделаю это, Антонио. А ее отец, Дон Педро, старый дурак, в какую он попал ловушку. Эти женщины, они лукавы, как змеи. Пустяки, милый Мендосо, они лукавы, пока имеют дело с дураком. Попробовала бы моя дочь сыграть со мной такую штуку. Да что вы, сеньор, такую даже подумать невозможно. А возьмите меня. А? Вы можете найти такую женщину, которая бы меня оставила в дураках? Вы мне скажете, вы смогли бы найти-ка? Нет таких женщин, потому что я их фокусы, я тонко вижу. Я разбираюсь в этих фокусах, Дон Джерома. Милый Мендосо, лучше сказать невозможно. Но есть еще на свете такие простофили, как Дон Педро. Или это Антонио прокатил? Они стоят оба. Они другого стоят.
Что-нибудь узнал о Леоноре? Теперь мне все известно. Я обегал весь город, ног под собой не чувствую. Говори, болван! Зачем же браниться, ваша милость? Я расскажу все по порядку. Ну? Она убежала от своего отца. Я это знаю. И об этом говорит весь город. Я тебя спрашиваю не о городе, а о Леоноре, черт тебя побери. Опять вы броните, сеньор? Говори, где она? Вот об этом мне ничего не известно. Так иди и узнай, что с ней, где укрылась, жива ли? Вот теперь мне все понятно. Теперь иди! Сеньора, это я. Да-да, Лоретта, что случилось? Дон Мендоса уже здесь. Он беседует с домом Джероба. Отлично. Спасибо за хорошие новости. Однако, сеньор, вам пора познакомиться с моей дочерью. Ну что ж, Дон Джерома. Да. Прошу, прошу, да. Благодарю. Дон Джерома, представляя меня, я прошу вас упомянуть вас ни о моем веселом я нраве. Я поклялся не видеть нет, а ее, же? Пока не сломлю ее упрямство. А как? Нет, Дон Джерома. Начинается осаду без меня. Нет, нет, все нет. Все в ваших руках. Нет. Все в ваших руках. Да? Прошу. Ну, конечно. Конечно. Смотрите. Прошу. Дон прошу. Джерома. Прошу. Для меня большая честь быть вашим родственником, Дон Джерома. А когда она улыбается, ее носик словно на крыльях взлетает вверх. Причем трудно определить, что лучше, когда он взлетает или когда он не взлетает. Дон Джерома, она мне нравится, явно. А кожа чистейший атлас, самого высшего качества, по 20 дукатов за локоть. Да что там по 20? По 35. Дон Джерома? С каждой минутой она мне становится все дороже и дороже. А голос? Вы обязательно ее уговорите спеть. А какой у нее голос? Соловей, виргинский соловей. Лоретта, проводи дона Мендоса в комнату к сеньорите. Когда сеньор уйдет, обязательно запри комнату на ключ и ключ передай мне. Сеньор Мендоса, ваше обаяние, светскость, ловкость, веселый нрав обязательно завоюют сердце моей дочери. Вне всякого сомнения, Дон Джерома. На женщин я умею производить неотразимые впечатления. Ну, веди. Вот, еще одна. Проходите, сеньор. Проходите, проходите. Вполне свежа. Сюда, сеньор. Вот ее комната. Сеньорита, я уже и есть. А я знаю, сеньор. Вернее, нет. Я чувствую. Позвольте предложить вам стул. Сеньорита. Все в порядке. Я произвел на нее впечатление. Она моя. Позвольте предложить вам сесть. Боже мой. Так она старше сестры моей мамы. Не угодно ли присесть? Сеньорита,
Вы очень любезны, но... А вот ведь как странно, я прошу простить меня, сеньорита. Я вас представляла совершенно другим. Вот и я вас... Поразительно. Я вас... Когда я вас увидела, я была просто поражена, вы знаете. То же самое произошло и со мной. Как громом ударило меня, понимаете. Я прошу простить. А вы, наверное, представляли меня спесивой и надменной. Сеньорита, сейчас... А вы знаете, как я вас себе представляла вам рассказать? Маленьким, вот таким вот. Мне бы не хотелось сейчас. Каким-то толстым, нескладным, неловким, не умеющим держать себя в обществе. Господи, но я же вижу, как вы воспитаны. Держите себя непринужденно. Ваш взгляд настолько проникновенен, а улыбка настолько обворожительна, что я теряюсь. Если б не ее внешность. У вас столько рыцарства, столько благородства. Фу. Боже мой, сеньорита. Я, кажется, начинаю привыкать к ее внешности. Сеньор, помогите мне, пожалуйста. Только простите меня, ради бога, сеньор, я распаливала вас в глаза, я не хотела. Простите меня. А вот сюда иголочку воткните, пожалуйста. Ничего. Это что такое? Что это такое? Вот этого не надо. Я это не люблю. Господи, боже мой. Сеньор. Вы какой-то не такой, как все. Какой-то особенный. Что такое? Да. Не носик, а драконий клюв. Господи, боже мой. Ну что такое, сеньорита? Что такое? Сеньорита Леонора повесилась от любви. Проверять не надо, сведения точные. Это ложь. А вы знаете, я тоже так думаю. Зачем ей вешаться? Это все? Нет, не все. Есть слухи, что Дон Антонио похитил сеньориту. Антонио мой друг. Он честный и благородный человек. Ну, значит, ваши светлые слухи были неточные. Не могла же Леонора сквозь землю провалиться. Вот. Вот и я так же говорил себе. Ступай прочь, продувная бестия. И не попадайся мне на глаза, пока не узнаешь правды о Леоноре. Вот награда за верную службу. О, боже, прекратите. Какие у вас все-таки деликатные манеры, сеньор? Сеньорита. Никому в голову не придет искать вас в такой глуши. Вы добры ко мне, сеньор. Не надо заставлять меня это делать. Прошу вас, сеньорита. Перед мужской силой нам, девушкам, не устоять. Забытой тропинкой я шла за рекой, и эхо манило меня за собой. Волшебные звуки в лесной тишине на крылышках нежных летели ко мне. Не скучай, и в дожди жди, жди навсегда, да, да, я с тобой. Не скучай. И в дожди жди, жди навсегда, да, да, я с тобой. Здесь вы можете отдохнуть и спокойно дождаться своего Антонио. Не теряйте время зря. Если бы вы знали, как томительно ожидание. Вы вручили свою судьбу в надежные руки, и смею вас заверить, что я... Пусть она торопит вас в поиске.
забытой тропинкой я шла за рекой, и эхо манило меня за собой. Волшебные звуки в ночной тишине на крылышках нежных летели ко мне. Не скучай, ай-ай, и в дожди жди, жди, навсегда, да-да, я с тобой. Не скучай, ай-ай, и в дожди жди, жди, навсегда, да-да, я с тобой. И птички шептали рулады любви, как будто мой милый пел где-то вдали. И тихое эхо, чуть слышно звеня, все дальше и дальше манило меня. Не скучай, ай-ай, и в дожди жди, жди, навсегда, да-да, я с тобой. Не скучай, ай-ай, и в дожди жди, жди, навсегда, да-да, я с тобой. Сидит, Лиза, Лиза, я с нетерпением жду того момента, когда вы счастливите меня своим разрешением поставить вашего отца в известность о вашем согласии. Ой, сеньор, я дала страшную клятву принадлежать тому, кто похитит меня. Как похитит? Да, сеньор, я такая. Но я вижу, вы колеблетесь, сеньор. Я пока не могу так, сеньорита. Может, это не так плохо. Я приобретаю ее состояние иначе, освобождаюсь от всяческих расходов, связанных со свадьбой. С подарками. Эти мозги способны на многое. Я вижу, сеньор, вы согласны. Сеньорита! Добейтесь, пожалуйста, разрешения моего отца на нашу с вами прогулку по саду. Вот там вы меня и похитите. Сеньорита! Только, пожалуйста, не говорите моему отцу о моем благосклонном к вам отношении. Сеньорита, я вас буду ругать. Сеньор, только вы не очень переусердствуете. Все будет сделано тонко. Вечером вы будете на свободе. Сейчас вы будете на свободе. Сию минуту вы будете на свободе. На свободе! Сеньор Мендосо, она согласна? Ангелочек был любезен. Скажите, сколько вашей дочери лет? Сколько лет, позвольте? 20. Дон Жерома, тогда она самая оригинальная из 20-летних. Сеньор Мендоса, прошу заметить, что это не скоро проходящая оригинальность, что с годами она будет еще совершенней. Если ей сейчас 20, я представляю, как она расцветет к 40. Вы верно шутите, Дон Мендоса? Это вы шутите, Дон Жерома. Скажите, неужели вы свою дочку считаете красавицей? Да я... Нет, Дон Жерома, я прошу, скажите, вы действительно считаете свою дочку красавицей? Да я в жизни не видал подобной красоты. Дон Жерома! Тогда я счастливее вас. Клянусь святым Франциско, вы просто слепы! Это вы слепы, как все отцы! Вы посмотрите, кого вы... Вон из моего дома, презренный пес! Вон, вон, ой, чтоб я вас здесь я не видел, ну, надо... безобразник! Бегемот, вон, такого мнения. Вон, вон! Я дал слово и прошу вас помочь мне выполнить его. Хорошо. О чем задумались? Простите, сеньор, но я не питаю никаких чувств к милой Леоноре. Она поручила мне отыскать вас и привести к ней. Ее любит Фернандо, достойный и благородный человек. Да, но поговорить-то вы с ней, по крайней мере, можете? Ей-богу, я думал, между нами все кончено. Как это вы вдруг?
Это мой стиль. Я так шучу. Ну, а как вы на самом деле относитесь к моей дочери? Венера Милоска – ведьма по сравнению с ней. Вашу руку, сеньор Мендоса. Сеньор! Вот ключ, сеньор. Где сеньорита? У себя в комнате. Ты заперла ее? Конечно, сеньор. Не теряйте время. Знаю. Дон Жерома! Сеньор, для меня было бы счастьем погулять вечерком с вашей очаровательной дочкой в саду. Нет, 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 я поклялся, что она не выйдет из комнаты. Дон Жерома, поймите, свежесть воздуха, очарование вечера, пение птиц еще больше смягчит сердце девушки. Я прошу вас, Ну ладно, я согласен. Благодарю. Благодарю вас. Ваша дочь, дерзкая Леонора, разбила мое сердце, лишила меня покоя и наполнила мою грудь горькой тоской. Нет, это я. Это я был несправедлив к бедняжке. О, нет! Вы вели себя великодушно и ничем не оскорбили ее достоинство. А я дрожала над ней, как... И вот благодарность. Куда убежала моя дочь? Что вы, сеньор? Где она? Я тебя спрашиваю, где Леонора? Я не знаю, где ваша дочь, сеньор. А где же Антонио? Ну где же Карлос? Сейчас нас позовут обедать, и вы потеряете меня навсегда. Ну и мое состояние, конечно. Синьорит, ну я же хочу похитить вас. Я, ну господи, где же Карлос? Вот именно. Где ваш Карлос? Где же Карлос? За нами наблюдает мой батюшка Дон Жерома. Он уже ушел. Где же Карлос? Вы приняли правильное решение, и я рад за вас.
Сеньорита меня во всем убедила. Мне больше нечего делать в доме Дона Джерома, потому что сеньор Мендоса там прочно обосновался. Любезный Дон Карлос, я должна вновь попросить вас быть моим телохранителем. Очень сожалею, сеньорита, но я должен спешить к Дону Мендоса. Именно сейчас ему нужна моя помощь. Мы должны расстаться. Потерпи еще немного. Из монастыря я напишу отцу и постараюсь его разжаться. Разреши мне хоть проводить тебя. Только до коляски нас не должны видеть вместе. Я знаю. Ваш покорный слуга! Господи, целуются. Ночью приходи в сад святой Каталины. Надеюсь, будут хорошие вести. Монастырь святой Каталины. Карлос! Ну, наконец-то! Где ты запропастился? Антонио, ваш соперник в сетях у Леоноры. Она оказалась весьма ловкой девицей. Ну, что ты говоришь, мои идеи никогда не дают осечь. А где ваша невеста? Да вот она. Вот это уродина. Да, она убивает с первого взгляда. О чем это вы там шепчетесь со своим другом, а? Он говорит, что очарован вашей красотой и ничего подобного в своей жизни не встречал. Ну, Карлос. Да, и действительно, мне никогда ничего подобного встречать не приходилось. Вы очень любезны. Но мне сейчас не до комплиментов. Дорогая, я сейчас только подброшу письмо отцу вашему. Уважаемый сеньор, вы, безусловно, удивлены моим бегством с вашей дочерью. Инесса сбежала с Мендосо? Удрать тайком собственным мужем становится интересным. Я имел счастье покорить ее сердце при первой встрече. Черт возьми, этому действительно удалось. Но так как она дала клятву не выходить за человека по вашему выбору, я был вынужден согласиться с ее условиями. Понятно. В скором времени мы бросимся к вашим ногам. Я надеюсь, что у вас найдется благословение для вашего будущего зятя Изакеле Мендосо. Подумать только. Еще утром она хотела умереть, а к вечеру бежит вместе с ним. О, нравы! О, 18 век! Ну, что бы там ни было, все случилось по-моему. Да. Я все узнал, ваша милость. Сеньорита Леонора, только держите себя в руках. Она бежала. Или я сейчас услышу правду, или поколочу тебя. Сеньорита Леонора бежала ради любви к сеньору Антонио. Это правда. Я сам их видел в объятиях у старой мельницы. Ну, друг Антонио, ты жизнью мне заплатишь за все. Конечно, перережьте ему горло на здоровье. Что же касается Леоноры, она недостойна моего гнева. Конечно, недостойна. Честное слово, я бы не стал на нее сердиться. Она этого не стоит. Врешь, Канали. Она достойна ненависти королей. Вот это верно. Она такая.
Мне жаль, что вы ее потеряли. Подлая тварь, ты еще смеешь мне сочувствовать? Кто это вам сказал? Я вас осуждаю. Убирайся, болван, не раздражай меня. Слушаю, ваша милость. Сейчас сеньорита Леонора прячется в монастыре. И сеньор Антонио придет к ней туда. В каком она монастыре? Святой Каталины. Ваша милость, какой-то человек там внизу говорит, что принес письмо от сеньориты Инессы. Как? Давай-ка сюда. Действительно, почерк моей дочери. Дорогой отец, как добиться мне вашего прощения за мой дерзкий поступок? А Мендоса мне все объяснил. Я ничего не знаю. Я еще не замужем, но нахожусь с человеком, который любит меня больше всего на свете. Конечно, конечно, Мендоса ее боготворит. Я с нетерпением буду ждать ответа, который, не сомневаюсь, принесет мне ваше прощение и благословение, после чего к вам в тот час вернется любящая вас Инесса. Прощение! Конечно, она сейчас же получит. Я, ей-богу, я никогда не был так счастлив и рад. Я добился своего, я знал, что добьюсь. Вели человеку, который принес письмо, подождать. Принеси перо, бумагу. Марсело, Лоретто, Тристан, Рикорадо. Эй, кто там? Фабио, Луис, Рикардо. Виченцо, Анардо. Готовьте свадебный ужин. Накройте стол в большом зале. Достаньте из погреба лучшие вина. Позовите музыкантов. Распахните настежь двери. Пусть заходит каждый, кто захочет быть гостем в моем доме. Я покажу, как умеет веселиться старый дон Джеромо. Дорогая дочь. Дорогая дочь. Осчастливь своего возлюбленного. Я шлю тебе мое родительское благословение. Ты же прекрасно знаешь, я тебя люблю. В самом деле не хочешь, чтобы мой брат отыскал тебя? Как ты думаешь, зачем же я скрываюсь под этой одеждой? Наверное, потому что она тебе очень к лицу. Ну, надеюсь, на всю жизнь ты не собираешься оставаться монахиней? Если бы Фернандо не оскорбил меня вчера. Папенька, это же любовь была причиной его дерзости. Я знаю, что ты считаешь меня жестокой. Но я тебе клянусь, что если бы Фернандо сейчас был здесь, мне кажется, я бы его простила. Но он слишком горд, чтобы сделать первый шаг к примирению. Я слишком упряма, чтобы заговорить с ним первой. Поэтому мне ничего больше не остается, как всю жизнь носить эту одежду. Монашеский наряд, безусловно, хорош, но только для маскарада. Thank you.
от полноты сердца поют голубицы. Опорожним еще по одной, братья. За здоровье настоятельницы монастыря святой Каталины. Достопочтенный аббатису мы уже помянули. Помянули один раз, помянем еще. Веры. Выпьем за всех. За святую Каталину, за аббатису. И за ее синеглазых голубиц. Кто там? Кто? Кто? Кто там? Кто там? Ну, кто там? Кто там? Там двое пришли и просят отца Пабло. Что такое? Как смеешь ты нарушать нашу молитву? Я думал, вы закончили. Нет, мы не закончили. Разве мы закончили, отец Франциск? Осталось по бутылке на брата. А вот? Они очень просили. Сказали, что дело не терпит отлагательства. Святой отец! Святой отец, мы пришли к вам с просьбой. Чем я могу помочь, дети мои? Ваш благочестивый вид сразу вызывает доверие, а ваша полнота говорит о доброте и мягкости нрава. Увы, внешность моя обманчива. Я, правда, несколько объемец, но когда постишься, питаешься ветром. Вот меня и раздуло, как пузырь. Ну, ничего, ничего, святой отец. Сын мой. Ваши розовые щеки свидетельствуют о вашем добром здоровье. Обвенчайте нас, святой отец. Только пришлось краснеть за человеческий род, что краска стыда не покидает лица моего. Обвенчайте, падре. Обвенчайте вас, падре. Венчайте, падре. Сочетать браком тайным образом небезопасно. И в душе у меня много веских доводов против. Увы, дети мои, против. Святой отец, а вот в моем кошельке много веских доводов за... Стыдитесь, я рассержусь. Ну как? Вы забываете, святой отец. Ну ведь есть же еще один довод за. Да погодите. Я же дал клятву не прикасаться перстами к презренному металлу. И я не нарушу эту клятву. Святой. Но если назойливые миряне суют мне всякую дрянь вот в этот карман, или в этот карман, то грех они берут на свою душу. Ну и берем. Берем. Берем на свою душу. Святой отец. Святой отец, вы будете нас венчать или нет? Пройдите, дети мои. Хорошие новости, сестра Инесса. С этим письмом вы принесли мне надежду. Антонио! 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 Я здесь! Инесса! Дорогая дочь, осчастлив своего возлюбленного, я шлю тебе мое родительское благословение. Инесса! Подожди, поскорее возвращайтесь домой, где ждет вас любящий отец. Теперь ничто не мешает нам тотчас же обвенчаться. А разве не следует сначала вернуться к отцу и поблагодарить его за это? Нет, сначала пусть священник лишит его возможности отступить от своего слова. Я, признаться, постоянно молюсь о трезвости. Да-да. И лишь каких-то полстакана я разрешаю иногда. Иногда. А я, признаться, откровенно смиренный человек. Да-да. И пью с утра обыкновенно всего каких-то два глотка. Два глотка. Мучиться нам, братьям, в огненном аду, если не помянем святую Урсулу. Вот.
А мне признаться, эскулапы не захотели благодать. Но вместо дьявольских их капель я пью земную благодать. Эх, благодать, эх, благодать, эх, благодать, благодать. А нам, признаться, стал примером смиренный старший брат, да-да. К бочонку он подходит первым, а мы за ним во след всегда. Эх, с ним всегда, эх, с ним всегда, эх, с ним всегда, с ним всегда. Мы любим друг друга! Обвенчайте нас, святые отцы! Сочетать браком, тайным образом... Небезопасно. В душе у нас много всяких оснований. Очень против. Много оснований. Стыдитесь, я рассержусь. Вы забываете наш священный сан. Мы дали клятву не касаться. Перстами презренного металла. А если назойливые миряне насильно суют нам всякую дрянь. В этот карман. И в этот. То грех они берут на свою душу. Наконец-то, сеньор, мы встретились с вами. Фернандо, ты здесь? Низкий изменник, как смеешь ты смотреть в глаза человеку, которого бесстыдно обманул? Ты несправедлив, Фернандо. Я не повинен в ее бегстве. Я вообще ничего не знал о побеге, пока не встретился с ней. Слуга мне все рассказал, и я верю ему. И ты объяснишься со мной. Сможет их остановить. Она должна простить Фернандо. Если Фернандо любит меня, он придет. А вдруг он забыл меня? Но ведь Антонио нашел Анессу. Почему же Фернандо не может найти меня? Леонора! Леонора! Ой, ой, Леонора! Фернандо! Амон. Амон, дорогая. А как же он? С ним была я! Простите меня! Мы тебя простили! А вот простить простили! Дай руку, Антонио! И ничего не говори! Смех и радость пусть будет в моем доме. Смотрите, у меня должно быть все в лучшем виде. Где твой господин? Радушие гостеприимство, вот мой девиз. Что, его не будет к ужину? Амон.
coming. Где твой господин? Мне известно, что напугал меня насмерть. Прогнал себя прочь и ускакал. Верно, волочиться за какой-нибудь юбкой по веса. Ой, дорогой дядь! Свинье! Папа! А где моя дочь? Где Инесса? Она здесь. Она же хочет войти, но боится вашего гнева. Понимаете, сеньорита. А я красавица. Я прощаю вас. Примите мое благословение. Благодарю вас. Благодарю вас. Господи, ты можешь встать. Встань, мое счастье. Встань, моя радость. Ну, встань, мой робкий ангел. Приди, господи, ко мне, моя объятия, дочь моя. Взгляни на своего папу. О, Боже. Кто это? Ну, сеньор, ну, он Жерома. Вы готовы были простить ее? И вы знаете, как поникла она. Вижу, что она поникла. Черт возьми, это же Дороцея. Радость моя. Где моя дочь? Вот она стоит перед вами. Господи, ты, боже мой, жестокий. Какая радость моя, жулюшка. Скажи. Пап, милый, скажи, ты что скажи, это? Отрекаешься от своей девочки, да? Какая жестокость. Пап, я тебя не узнаю. Господи, ты, боже мой. Твое уродство ничто по сравнению с твоей наглостью. Папа, в конце-то концов, ну, умоляем вас. Ну, прости меня, его. Папа. Да. Прости, папа. Господи, ты, боже мой. Одну ложечку. Нет. Вы должны съесть хотя бы одну ложку. Леонора непослушна и своенравна. Забудьте ее. Я должен найти свою дочь. Развяжите меня! Я не выпущу вас из дома. И не разрешу вам ее искать. Выпейте хотя бы глоток вина. Вот и хорошо. Старый задор! Я не хочу больше! Что ты привел от отродья? Что ты говоришь? Чтоб задушить меня. А это что такое? С удовольствием представлюсь. Я муж этой дамы, сеньор. Что? Да, да. Этот парень Антонио, а эта девчонка. Рядом с ним сеть, которой мне удалось ее заманить. Дон Жерома, ну скажите, Дон Жерома, я же вам все рассказал, да? Вы или пьяны, или вы сошли с ума. Вот это моя дочь. Дон Жерома, это вы или пьяны, или сошли с ума. Вон, вон ваша дочь. Вы идите, поцелуй, да господи, что с ним говорят? Что случилось? Не надо. Что здесь происходит? Ад в отродье! Он спрашивает, что здесь происходит. Выгоняет свою собственную дочь, запирает дуэню на ключ и спрашивает, что здесь происходит. Я ведь не говорю. Я ему хорош, нечего сказать. Выгнать свою дочь, а запереть дуэню. Да, ты тоже хорош. Жениться на старой дуэне вместо моей дочери. Вы хотите сказать, что я супруг дуэни? Супруг перед Богом и перед людьми. Чтоб тебя сдуло, черт совообразил. Самого дьявола. Ты посмотри на себя. Ты посмотри на свою отродье. Голову. Она же как Да, Дон Жерома, правильно. Ты посмотри на отродье, свои глаза. Они как два дохлых таракана в ржаном месте. Обними его белоснежными ручками. Я убегу тебя. Я убегу тебя. Ты думаешь меня обманывать?
Ты действительно обвенчана с ним? Да, следуя вашему совету. Моему совету? Да, сеньор. Вот ваше согласие. Ну, отнять у меня дочь обманным путем. Ты гроша ломаного не получишь, приданый, не надейся. Я воспользовался вашим письмом, сеньор, чтобы жениться на вашей дочери. Ее приданое меня не интересует. Я отказываюсь от него. Инесса, скажи этому гордецу, что он единственный человек, который отказывается от твоего состояния, но он единственный, кто его достоин. Я благословляю вас. Благослови нас, отец! Это Леонора Альманса, дочь почтенного дона Педро и в то же время моя жена. Правда, похищенная, прошу прощения. С какими богатствами похищенные, гром и молния. Ну что ж, Фернандо, я вижу, ты умнее меня. Я прощаю тебя. Ну, Плутовка, поцелуй меня. Но с условием, что вы не будете обижать вашу новую дочку. Я тебя? Ха-ха. Скорей целуй. На свете жил сеньор не старый, хотя уже не молодой. Любил он с грешною гитарой бродить под грешною луною. Ла-ла-ла, ла-да-да-да-дай, ла-дам-да-да-да. Да-да-да-да-да-да, баю-ба. А сколько лет сеньору было, пожалуй, сам сеньор не знал. И сколько дам его любила уже давно. Нищета.
сеньора мчатся среди находок и потерь. Но слишком трудно объясняться сеньору с дамами теперь. Да-да, 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 да-да.